Сучасна мода така багатогранна, що максимально індивідуальний образ душі для себе зможе обрати кожен модник. Проте загальні тенденції все-таки існують, і новий день обрав головні з них. Корсети несподіваним чином з'явилися у колекціях таких різних брендів, як Balmain і Prada. Причому підтекст цих колекцій також максимально різноманітний. Від історії про відважних мандрівниць до повернення образів млосних панночок, романтично чекаючих з книгою принца біля підвіконня. Офісна смужка в новому сезоні не буде нудною. Дизайнери дружно шиють із смугастих матеріалів і складноскроєні сукні, і класичні костюми та об'ємні пальта. Причому забарвлення вони також обирають максимально традиційне – тонку світлу смужку на темно-синьому тлі. Якщо величезні худі зі шкільних часів вже викинуті, то тоді терміново потрібно вирушати за новими. Цієї осені їх радять носити і бундарі Вейтменс, і шанувальник спортшику Олександр Ванг, і адепт підкресленої сексуальності Ентоні Вакарелло. Верхній одяг, натхнений формою службовців військово-морського флоту, тріумфально повернувся на подіуми в осінньо-зимових колекціях. Дизайнери він, як і раніше, надихає поєднанням мужності і благородства. Поки одні дизайнери прагнуть до витонченості і всіляко підкреслюють жіночність у своїх колекціях, інші пропонують бути простішим і розслабитись. Зробити це вони хочуть за допомогою вільного одягу і максимально довгих рукавів. Найбільше досягли успіху у цьому питанні Марк Джейкобс і Симон Порт-Жакмю. Тож обирайте свій стиль і виглядайте неперевершено у сезоні осінь-зима 2016-2017. Ну що ж, як і обіцяла, до нашої студії вже завітала гостя, стиліст Юлія Мачила. Вітаю вас, Юлінька. Добре утро. Осінь щодо одежі дійсно нас здивувала, дійсно нові тенденції дивують завжди наших модниць. А щодо макіяжу та зачісок, що нового нам принесла осінь, новий сезон? На самом деле мы как бы еще не почувствовали, не успели почувствовать осень, но тем не менее дизайнеры позаботились о нас и рассказали, что будет в тренде этой осенью. Мы можем встречать осень во всеоружии. Главным трендом в макияже остаются красные губы. Это, конечно, классика, но они выглядят всегда очень красиво. Красный цвет может быть более ярким. Мы бачимо зараз навіть на наших телеекранах. Да, может быть более ярким, может быть более темным, но в любом случае он всегда выглядит очень ярко и сочно. Хотелось бы у вас уточнить, есть разные оттенки красной помады для разных типажей женщин, для блондинок, для рыженьких и для брюнеток. Как подобрать именно их помаду, их оттенок? Ну, я хочу сказать, что красная помада идет абсолютно всем. Главное выбрать свой оттенок. Естественно, это нужно делать экспериментальным путем. Но для блондинок это более холодный, более с синим подтоном. А для рыжих, конечно, это будет коралловый, яркий, более огненный, более оранжевый цвет. Хорошо, с губками мы определились, что касается наших глазок, потому что глаза – это зеркало души. Главный тренд и главный оттенок в макияже глаз – это медные оттенки. Они были на всех показах, от Нью-Йорка до Милана, абсолютно все дизайнеры их использовали. Единственный момент использования этого оттенка – не переусердствовать. То есть глаза должны выглядеть как бы накрашенными. То есть… Если у нас очень яркие губки, то глазки у нас не совсем яркие, более естественные. Абсолютно, абсолютно правильно. Что касается бровей, потому что я смотрю на нашем телеэкранчике, достаточно такие широкие брови. Да, широкие брови остаются модными. Это абсолютный тренд. Они могут быть уже, шире, они могут быть уложены волосок к волоску или выглядеть... Как бы так и есть. Хаотично. Да, но широкие брови – это тренд. И еще один тренд – это радужные оттенки в макияже глаз. Это могут быть зеленые, желтые, фиолетовые оттенки. Это может быть подводка, это могут быть тени. И самый абсолютный тренд – это оттенки морские в подводке глаз. То есть осенью морские оттенки. Как ни странно. Но вот такой яркий макияж не везде он уместен, он больше на какие-то вечеринки, какие-то праздники, достаточно яркий. В этом сезоне дизайнеры за то, чтобы не ограничиваться вечерним макияжем. То есть даже на работу яркостью. Можно прийти, да, такой яркой, а как, и цветущий. Да, использование ярких оттенков в повседневной жизни. Но вот, а те, кто любит более такой нейтральный макияж, нейтральные губки, естественный макияж, как им быть в этом сезоне? Они будут очень модными и будут в тренде, потому что естественность – это один из трендов этого сезона.
абсолютно во всем, и в одежде, и в прическе, и в макияже. Это может быть такой нюд-макияж, отсутствие макияжа. Можно вообще не использовать помаду, либо использовать только блеск. То же самое может быть и в макияже глаз. И еще один из трендов – это светлые брови. Они могут быть как обесцвечены своей натуральной бровки, так и как макияж, использование светлых теней для бровей. То есть если до этого обладательницы широких бровей подкрашивали, делали их черными или какой-то темно-графитовый цвет? Да, один из новых трендов – это светлые брови. А вот что касается волос, мы разобрались с лицом, что касается волос, что сейчас модно? Из лета в осень переходит тренд влажных локонов. Мы не хотим отпускать лето, мы оставляем морские оттенки и влажный эффект влажных волос. И естественность не имеет значения. Вы можете быть с локонами, вы можете выравнивать волосы. Главное, что это должно выглядеть естественно. Даже погода у нас сейчас не хочет отпускать лето. Да. Она тоже еще, в тренде. Мы еще продолжаем жить в лете и не отпускаем и даже в осень, в более холодную погоду остаются летние тенденции. Какие еще есть основные законы стиля осени этого сезона? Что еще, на что нужно обратить внимание нашим модницам? Очень модный тренд этого сезона – это готический тренд. Его можно поддерживать как в одежде, как в аксессуарах, так и в макияже. Один из таких моментов – это темные губы. Помада может быть черной, практически черной, либо более такой жизненной, оттенок спелой сливы. А вот что касается ярких цветов, если у нас яркий макияж, яркие губки, глазки, что касается одежды, она должна быть приглушенной или тоже яркой? Здесь нет четкого разграничения. Если мы оделись ярко, мы можем поддержать это в макияже, и наоборот, мы можем очень сдержанно одеться, черный цвет, так как готика, он моден, и при этом мы можем сделать совершенно такой яркий конфетный макияж, розовые губы, розовые румяна, и это будет выглядеть очень эффектно и очень тренди. Ну что ж, действительно, мода нас удивляет, и с каждым сезоном мы думаем, что что-то новое невозможно придумать, но стилисты действительно нас радуют своими новыми новшествами. Спасибо вам, я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в гостях в студии «Нового дня» была стилист Юлия Мочула.